Какова технология существования русского мира на данном этапе развития? Чем важен сегодня полидинамизм? Какова динамика языковых норм в русском мире? Эти и другие темы обсуждаются на международной научно-практической конференции «Русский мир. Динамика научного познания». Организаторами форума выступает Арзамасский филиал Университета Лобачевского при поддержке фонда «Русский мир» и Русского космического общества. Арзамас – это срединный русский город, который жив и может дать те идеи, которых Россия ждет сегодня, которые столицы уже дать не могут. Поэтому я надеюсь, что здесь собрались люди, способные сказать новое слово. Работа на конференции ведется по 6 секциям на различные тематики. Это и философское осмысление русского мира, и его социальное многообразие, и культурная динамика, инновации в образовании, экономика и филология. Огромный спектр вопросов, которые касаются русского мира, русского языка в частности. И, безусловно, актуальным вопросом является вопрос о том, а любят ли дети урок русского языка? А воспитывает ли школа любовь к языку? А стесняется ли, есть ли чувство внутренней неловкости у выпускника школы, используя, допустим, мессенджеры, набивая смс-ки? Испытывает ли он неловкость от орфографических ошибок и от того, что он игнорирует пунктуацию? Моя вот миссия, неважно, участвуя ли в этой конференции, либо пытаясь осмыслить эту проблему в виде статьи или в процессе разработки той или иной технологии образовательной, что, собственно, является моей специализацией в педагогике, я пытаюсь решить эту проблему и найти, скажем так, корреляты методические, технологические, но и философские, исторические для решения этой проблемы. Конечно, тема русского мира, она сейчас очень актуальна. Меняются представления. Русский в 19 веке один, русский в 20-м другой, русский уже мы вступили в 21-й. Тем более, что я представитель окраины России, причем окраины такой, что она меняется. Мы, не выходя из дома, становились Советским Союзом и Украиной, и стали Россией. И поэтому мне было интересно послушать, что люди расскажут, высказать свой взгляд. Люди, вот аудитория восприняла с большой теплотой, потому что у нас есть свои проблемы. Мы немного другие. Мы пограничье, русское пограничье. Мой дед пришел в Крым с техническим прогрессом. Он был механик Симферопольского телеграфа. Впервые устанавливался телеграфная связь, и вот он как носитель технического прогресса пришел. И мы относимся как-то по-другому к этому. Нам интересны те люди, которые живут рядом. Крымские татары, греки, другие. Вас как-то более, как сказал Целухин, здесь моя фамилия, там 300 лет живет, а мы все время общаемся с другими культурами. И мне кажется, наш опыт тоже вам интересен будет. Организаторы конференции подчеркивают, вопросы и поиск ответов о русском мире – миссия сегодня особенно актуальная для общества. Как показала, так скажем, заявочная кампания, это прием заявок и материалов, есть не только от докторов наук, кандидатов наук, а также от аспирантов, от студентов принятой статьи. И сегодня мы, как увидели интерес, это пришло очень много студентов послушать доклады о русском мире, про русский мир, докторов наук, кандидатов наук. Они проявили большой интерес, и общее количество участников у нас составило более 250 человек. Организаторы также добавляют, обсуждение поднятых сегодня проблем с закрытием конференции не окончится. Планируется открытие языковых клубов и тематических мастер-классов для молодых ученых, заинтересованных темой русского мира.